В столичном регионе сегодня снова будет снежно. Синоптики обещают осадки, правда, небольшие и около ноля. Дорога сейчас очень скользкая, из-за этого множество мелких аварий. К вечеру еще подморозит. Столбики термометров покажут минус 1-3 градуса. Что касается аэропортов, то ночью поступала информация о том, что задержаны десятки рейсов. Сейчас же все воздушные гавани работают по расписанию.